Боли в животе, тошнота, рвота и диарея. На днях с такими симптомами в больницу попал 3-летний мальчик. Диагноз врачей – острый гастроэнтерит. Заболевание вирусное. Чтобы не допустить его распространения, в детский сад, где находился ребенок, выехала бригада Центра гигиены и эпидемиологии. Наша задача – предупреждение заболеваемости и предупреждение, если уже произошло это, то есть есть случай регистрации инфекционного заболевания, то возможно проведение эпидемиологического расследования случая заболевания и, конечно, предупреждение и проведение всего комплекса противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий для недопущения последовательных или вспышечной заболеваемости, особенно в организованных коллективах. В этой группе непривычно тихо и пусто. Убраны все игрушки, сложены ковры. В коридоре предупреждающая надпись «Карантин». Чтобы убить микробы, сотрудники проводят дезинфекцию посуды специальным раствором, моют полы и мебель. За правильностью выполнения всех мероприятий внимательно следят специалисты-эпидемиологи. Случай регистрации инфекционного заболевания острого гастроэнтерита был у ребенка. И мы проводим комплекс мероприятий для того, чтобы предупредить данное возможное заболевание у остальных воспитанников группы и детского сада. Специалисты отмечают, особой защиты от гастроэнтерита нет. Выходя на улицу и общаясь с людьми, мы подвергаемся опасности заражения. Однако соблюдение правил гигиены, а также внимательное отношение к пище позволит свести эту опасность к минимуму. Екатерина Чеботарь, Руслан Федоренко, Пендерское телевидение.